Здравствуйте, дорогие друзья, а также враги. Я вас приветствую сегодня из Российской Академии Наук. Мы находимся в Институте Российской Истории Российской Академии Наук. И сегодняшняя беседа моя пойдет с одним из самых известных, авторитетных и заслуженно титулованных историков, моих коллег в России, с Андреем Николаевичем Сахаровым. Добрый день, Андрей Николаевич. Добрый день. Напомню, что Андрей Николаевич доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии Наук. И среди прочих его обязанностей, я бы сказал, уже не титулов, а обязанностей, вот сопредседатель научного совета РАН «История международных отношений и внешней политики России», а также еще и заместитель председателя экспертной комиссии по анализу и оценке научного содержания федерального государственного образовательного стандарта и учебной литературы для начальной, средней и высшей школы. То есть вот обязанностей много. И сегодня мы поговорим и об обязанностях, и, собственно говоря, о том, как все это реализуется в историческом плане. Но прежде всего я хочу сказать, что я, как вы знаете, не хожу без подарков. И вот сегодня я тоже взял с собой в качестве подарка второе издание, новое издание, дополненное моей монографией «Первая научная история войны 1812 года». Вот этот тяжелый, слушайте, даже тяжелый действительно том я сейчас взял, как сколько я наработал. Это, Андрей Николаевич, я очень вас в этой связи хочу поблагодарить за то, что в общем, последние годы, долгие годы, да, уже вы очень меня поддерживали, и на самом деле, начиная с тех передач, которые вы вели замечательных на «Звезде», куда вы меня приглашали, вот теперь я вас приглашаю на свои передачи и прекрасные конференции в Российской Академии Наук, на которую также вы меня приглашали выступать. И даже у нас было выступление в Общественной палате, очень интересное, такое солидное. Но вот теперь плод всего этого, в том числе и итогов обсуждения, поскольку после моих докладов всегда было такое серьезное обсуждение, вот книжка — это один из итогов этой работы. Как вам вот этот, я не знаю, Талмуд, какое впечатление производит? Ну, Ирина Николаевич, я познакомился с вашей книгой в первом издании. Надеюсь, познакомлюсь и во втором издании. Ну, по-моему, это интересный труд. Острый, правдивый и противоречивый. И такая работа не может вызвать споров. Это нормально для научной работы. Не может вызвать разногласий и неприятия с чьей-то стороны. Я думаю, что это совершенно нормально. Почему? Потому что вы коснулись темы войны. А война всегда – это большая тайна, первое. Второе – это большая ложь. Это большие извращения, это большая идеология. И это, если это касается какой-то страны, это, в конце концов, большой патриотизм, который тоже связан с идеологией, порой с ложью, порой с извращениями. И вот, по-моему, значение вашей книги заключается в том, что вы пытались вот во всей этой, так сказать, истории найти правильную, верную, правдивую линию в этой тайне, в этой лжи, в этой идеологии, в этом покрытом туманом истории и недоговоренностей, так сказать, каком-то вот таком вот разрезе нашей исторической действительности. И вот в этом смысле книга меня, конечно, подкупает, она интересна, и она будет встречена всеми и сторонниками вашими, и противниками вашими, с интересом и с любопытством.
Что могу сказать я о сущности книги? Дело все в том, что война 12-го года – это, как я уже говорил, и тайна, и ложь, и патриотизм, все вместе взятое. Но дело все в том, что эта война была войной еще царизма против официальной французской империи, которая выросла из республики, из революции и так далее, и так далее. Это была война помещичьей страны, абсолютистского монарха против Европы, которая в известной степени уже освободилась вот от этих пут монархизма, абсолютизма, крепостничества и так далее, и так далее. И вот эта страна, конечно, вступила в войну противоречиво. Тут надо иметь в виду и позицию помещиков, позицию крестьян, позицию различных национальностей, позицию двора, где тоже боролись различные партии. Ну, скажем, насколько мне известно, Кутузов явился человеком, которого поставила на пост главнокомандующего, так называемая русская партия. Да, конечно. Это люди, да, которые были близки к Аракчееву, были близки к вдовствующей императрице. И Кутузов тоже был непростой человек и тоже имел и противников, и сторонников. И вот все это вместе взятое создает такую удивительную палитру, которая официальная историография, как правило, обходит. Все это для нас в наших учебниках раньше не существовало. Это была простая, прямая, незамысловатая линия, близкая к такому патриотическому настрою, к определенной идеологии и царской России, и потом уже советской системы. И вы попытались вот это отбросить и показать реальные проблемы реальной жизни, реальной страны, реального абсолютизма, реальной помещичьей России и в то же время реального народа. И вот, по-моему, в этом ценность этой книги, как и любой правдивой книги о войне. А в целом я вас поздравляю с этой работой и с интересом буду знакомиться со вторым изданием. Спасибо огромное. Это очень важные, ценные слова для меня. И вы знаете, вы, как мне представляется, очень проницательно нашли слова именно про то, что есть реальный народ, не сказочный народ. Потому что мы представляем часто и крестьянство, да, это же все-таки не, ну, знаете, не Васнецов, не Кустодиев, да, это достаточно была грубая система со всех сторон. И показать реальность по первоисточникам, по документам, вот это мне представляется очень важно, чтобы мы понимали, откуда растут, так сказать, ноги в сегодняшней ситуации, в 20 веке, в революции. Потому что, в конце концов, даже революцию 17 года и потом переворот отделяют от 12 года всего лишь 100 лет. Да? И мы должны понимать, что все очень-очень эмоционально. Я вам скажу, что это тоже будет написано совершенно по-другому, чем то, чем мы сегодня себе представляем. Это все будет по-другому, потому что мы до сих пор практически не открыли вот этих тайн глубинных, идеологических, лживых и в то же время пафосных явлений революции. Революция – это великое дело, но революция – это страшное дело. Это драматическое дело, это трагическое дело, и в то же время это великое дело. И вот содержание того и другого до сих пор, по-моему, мы не сумели по-настоящему обнять, понять и донести до широких масс, до читателя. Совершенно верно. Дело в том, что и в войне то же самое. Война у нас – это некий миф, какая-то опера, оперетта, все что угодно, но только не понимание, что это страшно, это грязно, это самое страшное, что может быть, смерть, это предательство, это коррупция, это выражение часто не лучших, а низменных совершенно сторон верно. Человека. И вот я старался не выделять это, но показать, что мы должны понимать, что такое истинная война, для того, чтобы не входить в эту ситуацию вновь и вновь, чтобы не повторять этих ошибок. Это правильно. И главное, я считаю, что надо читателю
давать как можно больше живых источников, документов, не пересказывать, а чтобы текст был насыщен первоисточниками, чтобы они чувствовали. Очень важно, Игорь Николаевич, чтобы эти источники показывали систему. Если они выхвачены, если они отдельно существуют, это само по себе недоказательно. Но если вам удалось выявить систему источников, систему аргументов, вот система всегда является доказательной. Я думаю, что вот в вашей работе есть значительные элементы системности. Благодарю. Ну что же, вот от этой темы войны, которая на самом деле, к сожалению, не прекращается, потому что мы не можем почему-то закончить ни одной войны по-настоящему. Мы начинаем ее переживать заново, пытаться что-то не переосмыслить, а переиграть. Мы должны это оставить, я считаю, историкам, а не продолжать драться. Вот это огромная проблема психологическая в стране. Но от этой темы я бы перешел к сюжетам многовековой давности, но прежде уж если мы затронули тему историографии, ученых, историков, вот я хочу вас спросить. Я часто, когда звоню вам или моим коллегам другим из Института истории, вообще самых разных подразделений Российской Академии Наук, я слышу про совещание. Заседание и совещание. Бесконечные. Просто невероятное количество. Я знаю, что у вас вчера были очень серьезные совещания, позавчера. И кому бы я ни звонил. И все формулируют, что... Ну, я представляю, это не конференция, совещание, о чем? И все формулируют, ну вот, о том, как жить дальше. Вот у меня в этой связи такой немножко технический вопрос. А что же вот эти... бесконечные заседания, они как-то вносят серьезный вклад в науку или, может быть, делают комфортной, богатой жизнь сотрудников хотя бы? Вот как это вообще? Ну, на мой взгляд, бывший администратор и директор института, который прошел сотни совещаний и сотни такого рода, значит, заседаний, никакого вклада они не вносят. С моей точки зрения, любое совещание должно продолжаться не более часа вообще, в принципе, если оно нужно, если оно нужно, но в принципе и того меньше. А все важные вопросы решаются там, где собирается не больше трех человек. Там, где собирается больше трех человек, и говорится, это очень важно, будет то-то, 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 будет вот такое-то выступление, это все блеф. Это все для, как мы говорим грубо, для галочки. И вообще я считаю, что бюрократия в системе науки – это огромный, страшный бич науки. Это понимают все ученые, те, кто сидит в архивах, кто сидит в библиотеках, кто сидит за столом, кто работает, кто пишет, кто издается. Для них вот такого рода совещания, заседания, отписки, отчеты бесконечные. Это гибельная вещь, которая уносит практически 70% рабочего времени. 70% рабочего времени, если не больше. Вот. И остаток достается уже на долю действительно научного изыскания, научного подхода и того, что действительно важно для науки, движет науки. Наука требует тишины, наука требует изоляции, наука требует раздумий и размышлений. И очень часто у меня, как вот у ученого, наиболее интересные научные какие-то вещи, размышления появляются, как в свое время говорил еще академик Павлов, во время прогулки. Когда у меня что-то не дается, что-то не получается, я иду, гуляю, думаю, и появляется какие-то проблески появляются, прихожу домой, размышляю, вот, но не на совещаниях, не на бюрократических заседаниях, но там же не во время отчетов. Скрепки, я помню, как один
из видных российских ученых, по-моему, Ландау или кто-то другой, может быть, Семенов, когда от него требовали какого-то отчета о чем-то, он говорил: я еще не готов, я думаю. Потом ему позвонили через какое-то время еще раз, он говорил, через 2 месяца, 3 месяца, он говорит: я еще думаю. Оказывается, ну, ученый думает, понимаете? Да, да, да. Он не только сидит на завещаниях, не только отчитывается, он думает. Ты какая и штука. Это вот это вот размышление, это смысл науки, смысл творчества. Вот я бы так ответил на ваш вопрос. Это очень любопытно, потому что я на самом деле ожидал, может быть, какого-то, знаете, так, поставить на место. Нет, надо заседать, надо как можно быть. Сколько бы я ни звонил, я просто расскажу свою эмоцию. Вот сижу я в военном архиве, который в замке находится под Парижем, прекрасный архив, нашел удивительный источник, звоню приятельнице, она здесь, я на заседании. Причем на заседании 3 часа, как выяснилось, 3 часа. Дальше. Другая совершенно история. Я в Соренто, ну, уже без архива, отдыхаю, все, коктейль. Но пришла мысль, и я делюсь, звоню приятелю, уже там он, в общем, физико-математическими делами занимается, тоже в Академии наук, все, он на совещании. Тоже совещание происходит. И так далее, и так далее. Что бы я ни делал, вы знаете, я очень, так сказать, и гедонизм люблю, отдыхать, и работать люблю, и публиковать. Что я, когда звоню в Академию наук, люди на совещании. И действительно, ну, конечно, если все собираются вместе, это же что-то такое, может, невероятное, породить по интеллекту. Я тут прошелся по этажам. Это же... Каждый практически, кого не встретишь, Лобачевский, а если эта куча людей соберется вместе, они же такое придумают, что страшно представить просто. Вот если много в одном это верно. Собрать вместе, это же такое произойдет. Ну вот, и ну что ж, видите, вы немножко... Я думаю, вот такого рода апофеоз совещания, заседаний, это просто псевдонаука. Этим увлекаются люди, которым не дано творческое начало, но которым дано начало другое. Им Бог дал талант организаторов, людей, которые умеют общаться, умеют собрать, значит, какую-то аудиторию, выступить, но не творческое начало. Но этим людям тоже надо реализовываться. Я думаю, что... Их много и гораздо больше. Гораздо больше, чем людей с творческим началом. Вот в чем проблема-то, понимаете? Я физиологически не могу понять, как можно сидеть просто так, вот ну просто, да, папки, заседания, очень много народа, и обсуждать, ну, такие бытовые, административные вещи. Это физиологически мне сложно всегда было всю жизнь понять. Я несколько раз присутствовал на подобных совещаниях, и я на 5-й минуте уже просто не знал, куда себя деть, мимику, жест. Многие так-то, многие просто уходят с этих совещаний. По своим, так сказать, творческим делам, каким-то другим делам. Ну, вот это мучительно потом, порой. Потому что столько совещаний, ощущение, что если вот они все время думают, как жить дальше, уже должно быть так хорошо после этого, да. Чтобы... Ну что ж, а теперь мы возвращаемся к...